Приветствую! Самая настоящая настольная электростанция, паровая, у меня находится прямо перед вами на столе. Да, это удачный экземпляр, который запустился от сухого горючего, не от такой горелки. И с помощью пара я раскрутил вот эту турбину и получил некоторое количество электричества. Конечно, до электролампочек нам еще очень и очень далеко. Ну а сейчас давайте вкратце расскажу, что из чего сделано. Давайте покажу процесс обслуживания этой электростанции. Так как пар выходит, вода испаряется, то периодически этот котел надо будет заправлять. У меня это происходит таким образом. Я нажимаю вот сюда, конечно, на остывший котел, и извлекаю его. Вот этот защитный кожух можно не снимать, а дальше с помощью шприца с иголкой я сюда вливаю некоторое количество воды. Вот так вот. И таким вот образом надо залить хотя бы треть банки. Вот, и тогда ваша электростанция будет заправлена водой. Ну а дальше уже просто использовать таблеточку, и можно будет снова генерировать электричество, чем я сейчас и займусь. Не буду показывать весь процесс заправки, это вы уже поняли. Ну что, ключ на старт, давайте зажжем и посмотрим, насколько быстро эта штука раскочегарится. Имейте в виду, что если включать амперметр на измерение слишком больших токов, ну, точнее больших токов, то мотор не позволит раскрутиться турбине, потому как у него будет короткое замыкание, он будет слишком сильно сопротивляться. Так, ну вот, уже начинает шипеть. Подогревать лучше примерно посередине, еще лучше даже вот в этой области перегревать пар. Но посмотрим. Так, подвигаем сюда, чтобы максимально пламя разогревало наш котел. Сейчас весь котел объят пламенем, и пар начинает уже идти. Давайте посмотрим, буквально минуты, чтобы вода закипела. Вот сейчас будем выставлять лопатки так, чтобы разогнать. И вот все, процесс пошел, турбина разгоняется, и можно измерять ток. Притормозилась турбинка. Сейчас вся шкала прибора 5 миллиампер. Давайте покажу. Конечно, ток небольшой, но все-таки. Давайте сейчас переключусь. Прибор вытащу сюда, поближе. Так. Переключусь на 1,5 миллиампера. Турбине будет легче вращаться. Вот. Ну и давайте попробуем измерить напряжение. Вот напряжение, примерно 0,2 вольта, но скорость, как вы видите, отличная. Иди, сынок, смотри. Активно. Смотри, вот как вырабатывает. Это миллиамперы? Да. Вон есть ток. Электричество. Да. Вот здесь двигатель. Электрический двигатель. Вот, но это сама турбина. Жара немножко не хватает. Надо еще одну таблетку было бы запалить. Устойчивая генерация, все по прибору измеряется. Вот такая электростанция прямо на столе.